Дорогие братья и сестры, несколько дней назад, в воскресенье 29 августа, была сделана памятная фотография прихожан храма Трех Святителей. Некоторые из нас, возможно, видели подобную фотографию прихожан храма, которая была сделана также перед входом в церковь, но фотография эта была сделана 28 лет назад. Давайте посмотрим на нее. Как видно из этой пожелтевшей газеты, которая висит за трапезной и называется «Церковный вестник», тогда, в 1993 году, храм носил другое название. Сохранился и цветной оригинал этой фотографии. Хотелось бы, чтобы добрая память о нашем храме и о всех его прихожанах оставалась в наших сердцах на долгое-долгое время. Да хранит нас всех Господь!